Что такое Национальное антикоррупционное бюро Украины? Какие задачи перед ним ставятся? Действительно ли этот орган, как и другие антикоррупционные структуры, уже заработал? На эти другие вопросы ответы журналисты и общественные деятели 29 июля могли получить на тренинге, посвященном антикоррупционной реформе и политике. Совсем недавно в Украине появилось Национальное антикоррупционное бюро. Сейчас этот орган еще в процессе создания. Набираются сотрудники. Зарплата рядового детектива более 30 тысяч гривен в месяц. Конкурс продлится до 1 августа этого года. Коррупционное бюро всего, когда уже закончится конкурс, будет 700 человек. И для борьбы против коррупции такой большой страны, как Украина, это недостаточно. Это очень маленькая группа, которая хочет побороть коррупцию, но и поэтому мы четко понимаем, что если в этом не подключится общество, мы не сможем все это отдалиться. Поэтому одна из главных задач НАБУ, не относящаяся к законодательной сфере, воспитать в обществе нулевую толерантность к коррупции. К сожалению, в обществе пока еще нет поддержки. Грубо говоря, большинство уверено, что как воровали, так и будут воровать. Достаточно много людей подношения и благодарности как коррупцию и не воспринимают. Но поверить в решимость и помочь бороться все-таки стоит. За 2 года в стране создано больше антикоррупционных структур, чем за все время независимости. Будут расследования, будут расследовать преступления, опять же, высшего уровня должностных лиц, прокуроров, судей, которые не относятся к последствиям Национального антикоррупционного бюро, а также Госбюро расследований будет расследовать и преступления, совершенные, ну, надеюсь, таких не будет, но совершенные сотрудниками антикоррупционного бюро и спецпрокуратуры. Что бы ни говорили скептики, но антикоррупционную реформу в Украине можно назвать одной из лучших. Особенно учитывая, в каких обстоятельствах наша страна эти реформы осуществляет. Внедрено обязательное декларирование доходов чиновников, открытый реестр имущества, жилья, земли и транспорта. Появилась электронная система торгов «Прозора», закон об открытости финансирования политических партий. Но необходимо также, чтобы на практике заработали и уже принятые законы. Практическая реализация законодательства в части криминализации ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения. Об этом мало говорят, но это очень важный аспект, поскольку в принципе законодательство в Украине это принято давно, но сейчас практически нет судебной практики привлечения юридических лиц криминальной ответственности за коррупционные правонарушения, хотя за рубежом эта практика широко распространена и в результате таких вот кейсов бюджет получает достаточно крупные суммы компенсации от компаний, которые были увлечены. Глобальная же задача НАБУ – нивелировать влияние коррупции на экономику Украины. Полностью победить коррупцию нельзя, но необходимо сделать так, чтобы она не угрожала национальной безопасности страны. На выполнение поставленных целей НАБУ и Национальный совет реформ отводят срок 5-7 лет. Анатолий Косин, Юрий Шинкаренко, телекомпания «Круг».